Приветули-ребетули, у нас реакция на GTA 6, потому что во время стрима это не получилось сделать, я забыл, и поэтому, в принципе, трейлер небольшой, так что сейчас по-быстрому посмотрю. Что тут у нас такое? Мне просто очень интересно, я думаю, и вам интересно. И все тому подобное. Воу, неплохой графон. Выглядит неплохо. Я бы сказал, даже очень даже хорошо. Давайте сделаем вот так даже. В 4К. Блин, красиво. И я могу сказать даже, мне кажется, что более реалистичный графон, что ли, пошло, нежели 5-ка. Как-то поприятнее смотрится. Хотя дед был, конечно, не очень. Оу май! Хорош! Еп! Серьезно? Фига себе! Найс! Так, а это где у нас, кстати? Я не очень понимаю. Но, блин, выглядит... Блин, выглядит охеренно! Ну, про брата и сестру, судя по всему, все, что было в интернете, это была правда. Trust. Или это не брат и сестра, а парень и девушка. Потому что она сидела на нем. Вряд ли это брат и сестра. Я очень сомневаюсь. Ладно, пока на самом деле вообще как-то непонятно. Ну, типа, довольно мало информации, но картинка прям офигенна. Ну, и сами по себе кадры выбраны прикольные, интересные, красивые. Я заинтересовался. Я, честно скажу, вообще не ждал GTA 6, потому что, собственно говоря, GTA 5... Мне в онлайне нравилось играть, и всякие карты и прочее. А сам по себе сюжет, ну пойдет. Ну, не знаю, не то, чтобы я сильно как-то им проникся. Он меня не заинтересовал. Надеюсь, в этой части будет немножко иначе. Спасибо за просмотр.